Ребят, всем привет! С вами Максим Шубин, и сегодня мы сыграем в самую популярную игру в Google Play, называется она Hunter Assassin, Охотник-убийца, да, достаточно грозно звучит, в принципе, веселая, классная игрушка, динамичная, в ней есть существенный минус. Хоть она и бесплатная, это, кстати, плюс, в ней очень-очень много рекламы. И если вы хотите достаточно комфортно в нее играть, то, наверное, все-таки стоит нажать на VIP-подписку. В общем, заплатить, чтобы не смотреть эту рекламу. Ее здесь очень-очень-очень много. И вот даже сейчас пришлось вырезать момент рекламы. Но да ладно, старт гейм. Так, вот наш оппонент, которого мы должны уничтожить. Кстати, выглядит очень даже так симпатично. Вот следующий чубрик, которого нужно Сейчас было опасно? Нормально, ребята. Ребят, просто здесь немыслимое количество рекламы. Я, конечно, все это вырезаю, но это очень много, ребята. Очень много рекламы. Зачем так много? Игра классная. Но почему так много рекламы? Слушайте, я уже начинаю плакать просто. Блин, мне нравится игра, но я не хочу, чтобы так было много рекламы. Понимаешь, что как бы, да, на этом разработчики зарабатывают. Это нормально, это хорошо даже. Но когда настолько много, это уже плохо. Это уже правда плохо. Так, уходим, уходим. Так, цель наша есть, отлично. Очень удачно. На самом деле очень даже просто получается проходить. То есть я не испытываю никаких проблем, сложностей. Итак, удивительно, сейчас не было рекламы, друзья мои. Окей, start game. Так, вот наш оппонент. Кстати, я видел там в комментариях, писали под этой игрой, типа, мол, сделайте... сделайте, чтобы какой-нибудь трупик лежал, а не просто кристаллы. В принципе, достаточно, по-моему, ценное замечание. И это было бы более интересно. Опять была реклама. Это просто ахтунг, ребят. Я буду кричать об этом, наверное, много раз, но... Зачем так много рекламы? Вы портите игру, просто убиваете. Хотя она по-прежнему на первом месте в Google Play. Возможно, второе, ну, первое, второе, в общем, делит, так что... Камон. Наверное, они могут себе это позволить. Минусуем. Минус. Ой, опасный, опасный, опасный типуган. Опасный типуган. Так, все. Минус, минус, минус. Еще один остался. Еще один остался. Типуган, ты где? Братиш, братиш, ты где? Братиш. Оу. Братиш, какой ты близкий друг мой, любезный. Все, ребята, мне нравится, мне нравится. Только, пожалуйста, опять реклама была. Ахтунг. 500 кристаллов. Вот это мощь. Вот это мощь. Вот это сейчас была мощь. Это было очень так прям прилично, красиво. Учитывая, что мы получаем где-то 45-50 кристаллов. Так что это было хорошо. Так, давайте быстренько, быстренько. Ой-ё. Но мы, кстати, справились, ребята. Несмотря на вот... Ну, фейл, все-таки откровенный фейл. Но мы справились. Слушайте, я прям опасаюсь. Ок, ок. Погнали. Ребята, нормально. Слушайте, главная скорость, главная скорость. Я сейчас опять посмотрел рекламу. И там она длилась, прикиньте, ребят, целую минуту. Целую минуту я смотрел рекламу. Я меньше играю, чем смотрю рекламу. Ну, ребят, это уже слишком. Это уже слишком. Я обращаюсь к разработчикам, ребят. У вас классная игра. Но очень, очень, очень много рекламы. Она убивает. Она правда убивает, ребят. Серьезно, это уже край. Ну, правда, край. Я 1 на 7, 7, 7 не так ненавижу, как количество рекламы в вашей игре. Воу. Это было опасненько. Но вроде как мы справились. Слушайте, так, оп-оп-оп. Отлично, отлично, давай-давай-давай. Уверен, надежно. Эх, ребята, отлично. 9-й левел, сейчас опять реклама будет или нет, не знаю. Не было рекламы, ребят. Не было рекламы, удивительно. Неужели, что произошло? Счастье-то как. Бонус левел, ребят, 30. Слушайте, а я как здесь выиграть-то вообще, это же Unreal. Или реально? Какая жесть, какая жесть. Так, спокойно. Вау. Это было жестко, ребята. Я прям, вау. Это бонус левел, как бы достаточно здесь слабые.
соперники были. Я специально этот кусочек оставлю, чтобы вы на самом деле понимали, что здесь реклама просто ау-ау, слишком много, ау-ау, слишком много. No thanks, no thanks. Я не хочу смотреть рекламу ради каких-то бонусов. Оу. Это, между прочим, уже 11 левел. 11 левел, давай, спокойно, спокойно. Хренушки, хренушки. Мощь! Так, подарок. Подарок я люблю. Я люблю подарки. 35 секунд длилась реклама. 500 кристаллов, приятно. Левел 11. Здесь симпатичная графика. Здесь приятный вот этот вот саунд дизайн. Но слишком много рекламы. Господи, сколько раз я это уже повторю. Ребят, напишите в комментариях, кто напишет. Там тот попадет в следующий ролик. А? Хотите попасть в следующий ролик? Ребят, тогда напишите в комментариях, сколько раз я напишу. Сколько раз я скажу за этот ролик. Реклама. Считайте. Минус. Минус. Спасибо. Спасибо. Куда ты пойдешь? Влево, вправо, влево, вправо. Прямо. Влево, вправо. Ага, я понял. Все, изи. Изи. С фланга зашли. И минусанули. Так, заходим. Ой-к! Все. Какое-то немыслимое количество рекламы сейчас посмотрел. Ага, больно. Больно немножко мне стало. Но все равно игра прикольная. По-прежнему не убило желание в нее играть. Так. Сюда, может быть. Нет. Так, аккуратно. Аккуратно, давай. Есть. О, здесь 4 между прочим, ряд соперника. Уже сложнее. Ну, посмотрим. Мы сейчас аккуратненько, аккуратненько. С фланга заходим. И минусуем. Так, еще один. О, еще один парнишек. Отлично, с фланга зашли. Ну что ж, шикарно. Собственно, что у нас? 13 левел. Комплитушка, комплитушка, спасибо. Лайк. Ну, угу. Скоро может быть апгрейд. Да, мы можем, получается, бустер скорости. Но нужно 250. Видимо, по всей видимости, да? То есть, как мы можем стандартным, а можем вот с бустером скорости. Мы как раз таки уже с бустером скорости работаем, так сказать. Так что мы уже более быстрые пацанчики. Даже здесь была реклама. Ну окей. Как бы здесь есть донатная история, здесь есть куча рекламы, которую ты можешь, в принципе, отключить, купив эту игру. Чувствую, эти разработчики, как Дональд Дак, прыгают каждое утро в горницу с золотом, с деньгами, потому что иначе никак. Я именно так их представляю, потому что, ну, столько рекламы. Так, отлично. Наконец-то закончилась реклама очередная. Так, ладно, друзья, спасибо, кто посмотрел этот ролик. Надеюсь, он вам понравился, надеюсь, вам понравилась игра. Потому что рекламу-то я вырезал, которую я сам смотрел. Вы не смотрите, вы смотрите только игру, а игра классная. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И до скорой встречи, скоро увидимся.